Банки пытаются теснить микрофинансовые организации, выдавая населению быстрые кредиты. Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня мы посмотрим на быстрый кредит от СКБ банка. Этот продукт действительно немного похож на микрокредит. Да, во-первых, выдается он без документа, подтверждающего доход, достаточно быстро. И максимальная сумма не превышает 300 тысяч рублей, ну и ставка на весь срок от 5,1% годовых. Пока все очень интересно выглядит, достаточно заманчиво, да, потому что, ну, если я пойду в МФО, у меня там в день может быть такая процентная ставка, а здесь на весь срок, поэтому, как бы, естественно, я выберу СКБ банк. Правда, есть одно но: в МФО вам не будут докучать проверкой там кредитной истории, какими-то вашими финансовыми досье, то есть ваше прошлое интересовать их не будет. Здесь же в СКБ банке проверят точно так же кредитную историю, как и по другим кредитам. Поэтому сказать, что лояльнее будет СКБ банк, да, в сравнении с, там, с другими банками, ну, нельзя попросту. Ну, в чем здесь плюс, на мой взгляд? Ну, во-первых, что кредит выдается проще, то есть не надо собирать там какие-то документы дополнительные. Условия весьма такие привлекательные, да, сумма от 51 тысячи до 300 тысяч. Срок от 1 до 5 лет. Ну, правда, есть сразу такой момент, достаточно непонятный на первый взгляд, да. Это при подключении сервисного пакета «Управляй легко» снижение ставки на 6%. Меня это, конечно, обескуражило, учитывая то, что банк может одобрить 5,1%, а скидку сделать 6%, это что ж, он себе в убыток будет работать? Ну, на самом деле, это просто-напросто накладка такая, да, при предоставлении рекламной информации. Мы потом отдельно о ней поговорим. Какие тут требования к заемщику? Возраст от 23 до 69 лет, стаж не менее 3 месяцев на последнем месте работы и не менее 1 года непрерывной трудовой деятельности. Регистрация и проживание только в субъектах, в которых работает СКБ банк. Ну и гражданство Российской Федерации. Соответственно, для получения займа, да, нужен только паспорт. Ну и вот то, что касается этого сервисного пакета «Управляй легко». Здесь, если мы переходим на страницу этого сервисного пакета, ситуация как бы не проясняется. Также пишут, что можно снизить ставку на 6% и получить еще дополнительные плюшки в виде изменения даты платежа или пропуска платежа. Ну и, соответственно, про то, что каким образом это уменьшается ставка, ничего не написано. Единственное, что вот стоимость подключаемого пакета 2,3% от суммы кредита в год. Ну, в принципе, если все это так скрупулезно посчитать, получается, в общем-то, и недорого. И для того, чтобы, в общем, получить более адекватную информацию, да, прояснить все это, пришлось звонить по телефону, спрашивать у специалиста. Оказывается, что вот этот вот пакет, да, «Управляй легко», он в большей степени заточен не на уменьшение процентной ставки, а именно на изменение даты платежа и пропуск платежа. Этими услугами можно воспользоваться, а вот то, что касается уменьшения процентной ставки, это все зависит от разновидности кредита, кредитной программы. То есть для конкретной кредитной программы устанавливается, какая скидка по процентной ставке будет сделана. В отношении быстрого кредита скидки вообще может не быть, особенно если ставка будет минимальная. То есть ниже минимальной ставки 5,1 кредит быть не может. Этот. Соответственно, если у вас будет 5,1, вам уже скидку не сделают. Если ставка будет выше, ну, к примеру, там 8%, то тогда можно при подключении сервисного пакета «Управляй легко» добиться скидки. Но опять же, скидка будет прописана индивидуально в договоре, поэтому заранее вы ее никак не узнаете. Если у вас вопросы по продукту возникли, пожалуйста, можете посмотреть внизу страницы, есть типовые вопросы и ответы. Если вашего вопроса здесь нет, пожалуйста, пишите комментарии, мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам хорошего.